Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня большая радость. У меня зацвел цветок Шлюмбергера, или как мы его называем, декабрист, или рождественник. В прошлом году мне подарили маленький цветочек в малюсеньком горшочке. Я его летом пересадила в большой горшок, вот такой вот. Зимой прошлого года он меня не цвел, в этом году зацвел первый раз. Разросся, стал такой красивый. Посмотрите, какой цветок огромный. Очень большой, розовый, красивый. Много таких еще цветочков скоро зацветут. Вот такая прелесть. Цветок, в принципе, не сильно прихотливый. Тут у меня рыбка стоит, декорация. Племянница когда-то подарила. Цветок неприхотливый. Живет он у меня на окошке. Хотя говорят, что нельзя цветок держать на окне, где солнце. Но у меня тут солнечная сторона. Цветочек нормально себя чувствует. Под подоконником батарея. Нормально цветок себя чувствует. С этой стороны он как-то попышнее у меня. Вот. Но тут еще цветения никакого нету. Поливаю цветочек раз в неделю. Сильно не заливаю, цветок не любит. Чтобы много воды было, у него корни могут загниваться. Но у меня такой горшок хороший, дренажный. Сейчас я вам покажу, если у меня получится. В общем, горшок он двойной. Вот белый горшок, а снаружи вот такой серый. Вот в белом горшке есть дырочки, и здесь вот так вот двойное дно. Вся лишняя вода стекает сюда. Поэтому, даже если я залила сильно цветок, лишняя водичка стечет, и ничего страшного не будет. В общем, радуюсь. Я первый раз увидела, какого же цвета у меня цветок. Зацвел, красота. Решила с вами поделиться радостью. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.